Ассаламу алейкум, здравствуйте. На телеканале ННТ программа «Жизненные истории». Меня зовут Исрафил Исрафилов. Гость программы – победитель премии «Человек года», победитель Северокавказского форума «Машук», серебряный призер Всемирных игр по армрестлингу Карим Шехсаидов. Карим, приветствую тебя, спасибо, что пришел. Спасибо. Также стоит отметить, что Карим – мастер спорта международного класса. Карим, недавно завершились игры IWAS, которые являются самыми значимыми и масштабными после Паралимпиады. Как ты вообще завоевал путевку на этот турнир? На IWAS игры, ну, IWAS проходит в 2 года один раз. И чтобы туда попасть, нужно определенные баллы. В течение 2 лет нужно на соревнованиях, там, обязательно нужно быть на России в тройке и там, от республики первым номером. Хорошо. Как вообще проходила подготовка к соревнованиям? Ну, честно говоря, готовились все лето, тоже тренировались, все отдыхали. Мы, человек 5 нас было, кто ездит. Вот в школе Али Алиева, ШВСН зал, 2-й этаж, целыми днями там и летом, и зимой по 3-4 часа, ну, чуть побольше по времени готовились. Да, школа имени Али Алиева, она специализирована, но как-то в одном из интервью ты говорил, что школа тоже не находится в таком идеальном состоянии для занятия спортом для людей с ограниченными возможностями. Вообще, как сейчас ситуация? Она, как сказать, не специализирована для людей с проблемами при движении. Ну, для колясочников туда вообще невозможно, потому что зал находится на 2-м этаже. И надо специальные лестницы или лифт для колясочников. Ну, как я знаю, что нам программа «Доступная среда» выделила эти деньги. Но чуть вопрос с ЖКХ, по-моему, там чуть тянется. Они обещали, вот ждем пока. Карим, к сожалению, в финале Всемирных игр ты проиграл. Но серебро тоже хорошо. С кем тебе пришлось мириться в финале? За выход в финал, точнее. Честно сказать, нас и старшие тренера с России очень готовили, говорили, что там около 50 стран должно быть. И так как я отбирался от России 3-м номером, это были мои первые большие соревнования, на России 3-м стал. И ну, мне было очень важно какую-нибудь медаль оттуда привезти. И ну, я готовился, хотел как можно ближе, да, побольше. Но в финале проиграл одному, вот, единственный соперник, который постоянно, ну, 3-й год уже, вот ему я проигрываю на чемпионате мира в финале, на России в финале, и вот на Всемирных играх в финале тоже ему проиграл. Тренер Москвы уже, ну, достаточно титулованный, многократный чемпион мира. Как ты уже сказал, это не первый проигрыш этому спортсмену. После каждого финала не анализировал игру? Ну, анализирую, конечно, всегда пересматриваю. Но у нас такие правила, что борьба идет до 2 поражений. Ну, на каждом турнире один раз я его по-любому выигрываю, получается выигрывать, но немножко не хватает или опыта, или вот, потому что армрестлинг такой вид спорта, там не просто сила, там очень много техник, и нужно знать, наверное, слабые стороны соперника и свои сильные стороны. Кто еще либо из дагестанцев одержал победу на этом турнире, на этих играх? Да, на этом турнире. Ну, со мной ездили наши земляки. Это 18-кратный чемпион мира Тагир Магомедов и 6-кратный чемпион мира Юсуп Алиев. Они заняли 1-е места. И еще один ездил с нами чемпион России, тоже Курбан Сулейманов. Он, к сожалению, проиграл. По возвращению в Дагестан какие-либо поощрения были в ваш адрес? В одном из интервью ты даже сказал для газеты «Молодежь Дагестана», что должна состояться встреча с главой республики. И как вообще состоялась встреча? Ну, нам тренер сказал, что нас будет встречать, ну, точнее, принимать у себя глава республики или же мэр, если не получится у главы. Но нас принял мэр города Муса Мусаев. Муса Асхабалиевич Мусаев, и вручил нам часы памятные, и подарки, поздравил всех, и выразил готовность поддерживать наш спорт и вообще нашу деятельность. Еще какие-либо поощрения были? Нет, к сожалению. Армспортом ты начал заниматься 3 года назад. С недавнего времени ты игрок баскетбольного клуба «На колясках Скала». Расскажи немного про это. Баскетболом занялся чуть позже, армрестлингом. Как раз на одном мероприятии
мы сидели, и основатель баскетбольного клуба, на тот момент он был чемпион мира по футболу на костылях, Камиль Атаевич Атаев, он уже, ему уже нет его. Он меня заметил, он сказал, у тебя руки высокие, там, спортом занимаешься, и он меня хотел как бы привлечь в спорт, как-то помочь мне. Потом, когда понял, что армрестлингом занимаюсь, он еще больше загорелся, что там такие ребята нужны. Он меня просто пригласил в зал, понравится мне, мне очень понравилось. Азартная очень игра, полезная. И как раз таки два вида спорта, где одно другому не мешает, наоборот, как-то помогает, да. И так остался в баскетболе тоже. Как я знаю, баскетбол на колясках находится в плачевном состоянии. Об этом свидетельствуют твои слова. Интервью. Цитирую. «Обидно, что баскетбол на колясках у нас забывают. Ситуация с клубом «Скала» не только не улучшается, а, напротив, ухудшается. У нас ушел тренер. Видимо, ему сократили зарплату. И мы сами тренируемся. Как ездили на старых колясках, так и ездим». Ситуация никак не изменилась? Ну, ситуация чуть изменилась. К нам, ну, о нас узнал глава республики. Он пришел к нам на тренировку, посетил нас. И по поручению главы и по инициативе Министерства спорта они нам заказали 12 спортивных колясок, очень дорогих спортивных, которые у нас никогда не было баскетбольных колясок. Мы ездили на теннисных, и теперь мы ждем колясок. Но насчет того, что тренера, тогда такая ситуация есть, потому что у нас был Александр Сергеевич, тренер, да, он очень опытный баскетболист сам. Ну, он по состоянию здоровья, пришлось ему уйти, и его заменял его же ученик, другой, Поповский Эдуард. И так получилось, да, что у него не получается на наши тренировки приходить. У него, видимо, свои дела есть. И пока мы как бы сами тренируемся, да. Ну и сами игроки, играющие, да, тренерами, можно назвать. Да, да. Помимо спорта ты ведешь общественную деятельность. За успех в этом направлении. В этом году тебя признали Человеком года в номинации руководителя общественного проекта. Что значит для тебя эта награда? Для меня это награда, наверное, в первую очередь, ну, оценка моей деятельности. Это, ну, мне это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении и, как сказать, еще дает мне больше желания двигаться именно в этом. И буду развивать инвалидный спорт, потому что мой проект был направлен на развитие инвалидных видов спорта. И буду дальше также двигаться. Уважаемые телезрители, запомните лицо Карима Шехсаидова. Ему и его соратникам обязательно нужна любая помощь. Мы продолжаем. Ты являешься руководителем проекта «Интеграция преодоления жизни». В чем суть проекта? Какие задачи ставишь ты перед собой? Изначально, наверное, основная цель проекта – это занятость людей с ограниченными возможностями, будь там в спорте, общественной деятельности, там каким-то, ну, какими-то способностями, которые у них получаются. Но главное, чтобы они не сидели дома, выходили, знакомились, общались. Тем самым мы привлекаем внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями и помогаем им и трудоустроиться, у кого получится. И, ну, мы выявляем, да, то есть занимаем чем-то инвалидную молодежь. И я считаю, что у нас получается, да, проект существует год уже. Ну, сколько ребята, которые пришли в проект, это те же спортсмены, они же пишут и бизнес-проекты, и молодежные проекты, уже научились писать проекты, короче. С момента основания громкой общественной организации «Я помощник президента» ты был в рядах, был активистом, сегодня отвечаешь за направление спорт. Что произошло сегодня с ЯПП? Где вы, ребята, хочется спросить, что случилось вообще с организацией? Почему мы не слышим организацию? Почему нет у них больше мероприятий? В общем, что с ребятами, с организацией случилось? Ну, как видите, я здесь, у меня все хорошо. Так же и у других, наверное. Ну, изначально ЯПП – это как стартовая площадка для самореализации. Люди, которые хотели самореализоваться, пришли туда, ну, как бы самореализовались, нашли себя и занимаются той деятельностью, что им помогло в ЯПП, да, так скажем. Начинались ЯПП, теперь работают где-то. Ну,
Наверное, на тот момент ЯПП была такая организация, она была нужна для молодежи. Такой, ну, я считаю, что был такой сильный старт. И на тот момент она была нужна. Сегодня нету таких проблем, как тогда. Тогда надо было через знакомых, через связи попасть там, в какие-то кабинеты или объяснить свою проблему. Сегодня уже можно, я думаю, просто зайти на прием и уже помогает вроде бы. Таких проблем нет. Угу. Что случилось с ЯПП сегодня? Все-таки не услышал ответ. ЯПП функционирует, ну, наверное, чуть, как сказать, формат движения немножко поменялся. Ребята теперь занимаются больше самореализацией, занимаются над... Ну, ЯПП в основном образовательные программы сегодня. Уже нету таких шумных акций или кого-то ругать, кого-то критиковать. Ребята работают над себя, над собой, тренинги. Вообще, ты скучаешь по старому ЯПП? Не знаю. Карим, переходим к коротким вопросам, с тебя короткий ответ. Прежде чем кому-либо позвонить, ты репетируешь? Нет. Историческая личность, которая симпатизирует тебе? Имам Шамиль. Историческая личность, которая вызывает антипатию? Наверное, Наполеон. Какой способностью тебе хотелось бы обладать? Правильно доносить до людей свою мысль, наверное. Угу. Твой главный недостаток в характере? Слишком стеснительный, наверное. Что ты ценишь в себе? В себе я ценю то, что я очень серьезно отношусь даже к мелочам, если... Если я этим занимаюсь, то мне надо это все добить 100%. Что ты ценишь в мужчине? Мужество, характер. В женщине? Ну, скромность в первую очередь. Вторую очередь тоже скромность. По 10-бальной шкале на каком месте для тебя деньги? В 7-м. По 10-бальной шкале на каком месте для тебя слава? Слава? В 7-м. Власть? По 10-бальной шкале, на каком для тебя месте? По 10-бальной шкале 9. Власть или деньги? Власть. Власть или слава? Власть. Ты боишься смерти? Нет. Как бы ты хотел умереть? Я бы хотел готовым умереть. Угу. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Я скажу, простите меня. Карим, тебе новых общественных, спортивных и творческих успехов. Спасибо большое. А мы с вами, друзья, прощаемся ровно на неделю. Оставайтесь на телеканале ННТ. До новых встреч.